Он фару выдавился, я видел. Бизмен, фару выдавился. Russian Mud Racing. Блин, бля, аккумулятор садится. Друзья, напоминаю, что сегодня, на самом деле, мы начали. Помимо того, что сегодня день рождения стали два года, мы сегодня проводим для вас мероприятие. Сегодня впервые у нас трансляция мероприятия. Второй готов. Также. А я еще хотел поехать. Возможно, скажите пару слов о сегодняшних соревнованиях. Снимай, не так полу надо, какой квадроцикл. Ребята, вы там еще один возможность предоставить вам палатку на любой. Кого-то выдернуть из полигона. Друзья, посмотрите, вот настоящий герой. Он решил пробить нам маршрут ледоколом на своей 900-й машинке Polaris RZR. Без мен, Паша, ты герой, реальный герой. Давайте поприветствуем его. Паша, молодец, ура! Давай, Паша, мы верим в тебя. Не перевернись только, пожалуйста, не хочется нырять к тебе туда, в воду. Понятно, тебе тоже уже не хочется, но ты уже туда заехал, и тебе уже делать нечего. Сегодня, пожалуй, самый глубокий брод, это такой... Такой хитрый подарок на наше день рождения. Мы не стали один раз откачивать воду. Вода поднялась, реально. Что же будет? Ну, похоже. День праздник, день рождения царя. Мне очень интересно услышать мнение спортсменов, которые хотели бы сегодня поучаствовать в этом увлекательном соревновании преодоления определенной преграды на квадроциклах с шверкелями. Вот номер 35. Скажи, пожалуйста, ты готов или сегодня слишком много?